Ретро-пікнік, який пройшов у кварталі мистецтв 29 серпня, це перший захід такого плану. Організатори, яких надихнув приклад інших міст і романтика 50-х-60-х років минулого століття, вирішили, що цінувати спогади треба разом. І запропонували дніпропетровцям хоча б ненадовго поринути в атмосферу того часу. Ми пригласили групу «Wise Guys», яка поє такий аутентичний рокабілі. Уличная еда, приучаем днепропетровцев к такой вот уличной культуре, уличной еды. Гаражная распродажа была вот на протяжении целого дня, мастер-классы по танцам, свинг, рок-н-ролл. Вот. Пытаемся окунуться в эту атмосферу, всех просили брать пледики, газонок нам, слава Богу, хватает. У рамках ретро-пікніка пройшов 11-й за рахунком гаражний розпродаж. Організатори задоволені. Цього разу зібралася найбільша кількість учасників – майже 50 продавців. Важливий показник, адже гараж-сейл, як і завжди, направлений на те, аби зібрати кошти для української армії. За все время собрали больше 100 тысяч гривен. Обычно мы помогаем по всем категориям, как люди считают нужным, как они оставляют на конвертах для кого. Если это речь идет о военных, то в последнее время чаще всего это 20-й батальон 93-й бригады, другие подразделения 93-й бригады, батальоны добровольческие. Если это раненые, то это госпиталь, в основном наш военный или больницы, которым менее уделяют внимания, например, чем ту же Мечникова, в которую часто ходят волонтеры. Это может быть 16-я, 2-я больница. Честно, участвуем первый раз, и так вот наугад пришли, уже ближе к вечеру, уже почти все продавцы были. Но у нас одежда, у нас есть маленький магазинчик в интернете, и вот мы сегодня его перенесли в реальный мир. Організатори просили гостей заходу дотриматися ретро-стилю і в одязі. На прохання відгукнулися містяни усіх поколінь. Мне кажется, что это где-то 50-60-е годы. 50-е. Мы четко изучили тему, хотя мы ее не застали в молодости, но изучили. Это 50-е. Кстати, это хорошая возможность покопаться в истории и что-то новое узнать для себя. Это может быть только не наши 50-е, а те 50-е, которые за рубежом были. На мне выпускной наряд моей бабушки, он 72-го года. И, по-моему, шикарно выглядит. А у вас что? О, это платье мне подарила крестная. И его носила еще ее мама. Это 60-е, 70-е года. Это платье совершенно новое было. Я была в шоке, когда его увидела. Это, конечно, шикарное мероприятие. Потому что, ну куда мы еще наденем такие прекрасные платья, которые раньше носили наши бабушки? Хтось розважався на майстер-класі із ретро-танців, хтось купував, а хтось просто відпочивав на газоні. Організатори очень большие молодцы. Все продумали, все сделали хорошо и на высшем уровне. Они взяли просто целый день, расписали на много маленьких классных отрезков. Это можно было бы сделать там намного мероприятий, но они сделали в одно, это реально круто. Еще радует тот факт, что это бесплатно. Ідею згадати минуле дніпропетровці підтримали із запалом. Тож сподіватимемося, що ретро-пікнік – нова традиція Дніпропетровська. Марія Козлова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.